Да как ук? Таймбрейкер! Таймбрейкер! Да ну нахрен! Таймбрейкер! Так, ребята, давайте, короче, разыгрываем этот таймбрейкер, ставим Лукас, оставляем комментарий, и через неделю у меня на канале будут итоги этого таймбрейкера. Блин, ну это, конечно, круто. Всем привет, дамы и господа, с вами Топ Дота, и сегодня мы на сайте tastydrop.ru. Это, в принципе, обычный open case, на котором нужно открывать кейс и что-то выигрывать, только здесь есть, ну, наверное, какие-то фишечки, о которых стоит сказать. Это, конечно же, вот эта вот кнопка «Наш инвентарь», в которой можно глянуть наличие всех предметов, которые они разыгрывают, например, ДК-хуков, чтобы не было такого, что, знаете, вы заходите, типа там ДК-хук, ДК-хук, арканы, а потом вы получаете, типа, вещь от бота, смотрите его инвентарь, а там, типа, одни комонки валяются. Ну, это, конечно, неприятно. Вот, тут такого нету, это, конечно, хорошо, но как тут что падает, это мы сейчас посмотрим. Так, еще тут в игре прямо сейчас это баннер, но я уже его репостил. Я его уже репостил, типа, какой-то у них тут розыгрыш, все дела, можете посмотреть. И еще есть сундуки ютуберов, конечно же, сундуки ютуберов. Эти, собственно, разработчики написали, говорят, вы не против, мы такие, мы не против, составили им кейсики, ну, чтобы накидать там всяких интересных шмоточек, вот, и они из этого что-то сделали. Потом, попозже мы это все, конечно, потестим, посмотрим, что здесь как падает, и обязательно что-то еще и разыграем. То есть, если что-то крутое сегодня мы дропнем, то это мы разыграем, поэтому досматривайте до конца. Так, ну и с чего начнем? Я не знаю, с чего начинать. Давайте начнем с Паджика. Давайте с Паджика начнем, потому что я слышал, что здесь что-то хорошее дропается. Мы записывали с Алькором уже видос, кстати, на его канал. И да, ему нам с Паджика что-то падало нормальное. Да, ну, прям, да, прям кайф. Вот прям вот рассказываю, прям нормальное падает. Да, за 29 рублей, то, что нужно. Минус 70, вообще хорошо. Так, ну ладно, хорошо, окей. Так. Оп-о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 п
Так, давайте еще один. Мне уже нравится кейс Пуджа. Пока что в плюс уходим. И какие-то волосики. Нет, господи, ну что это? 67 рублей. Ну ладно, окей. Так, походу наша удача здесь закончилась. Сваливаем куда-нибудь в другое место. Gold Tasty Case. Что-то мажорское, да, с каким-то... Что это? Господи, три арканы. Три арканы есть, ну нормально. Три арканы и вот краба, и вот эта вот штука на инвоцкера. В принципе, это меня устроит. Любое из этих, да. Вот, например, хвост за 76 рублей. 76 рублей, это сколько в минус ушел, господи. Минус 200, охренеть. Ой, вещи закончились в кейсе, ну и хорошо. Мне такие вещи не нужны. Так, мистикал. Мистикал, Скорчен Телон. Вот Скорчен Телон был бы неплох. Тут, в принципе, половина шмота была бы неплохой. Если хоть что-то выпадет из половины годноты, то будет хорошо. Оп, нормально, в плюсик ушли. Так, еще раз. Так, ну крутись же. Вот почему нельзя сделать, чтобы она крутилась быстрее? Почему она так долго? Да, кайф. 64 рубля. Ну, ладно, окей. Так. Алькор кейс. Давайте посмотрим, что у нас тут алькор... Посмотрели, в алькор кейсе предметы закончились. Тут просто такая фишка, что если хотя бы одного предмета из кейса нет, то кейс вообще открыть нельзя, чтобы типа, все честно было. В принципе, это правильно, но вот бывают вот такие вот неудобные штуки, когда у них инвентарь еще не успел пополниться. Это неприятно. Так, ну что, это 83 рубля. Топ-дота кейс. Ну ты не радуешь ни хрена на самом деле. Пока что что-то я не советую его открывать. Пока что минусяка. Так, да, отлично. Отлично просто. Опять 83 рубля. Так, давайте еще что-нибудь покрутим, посмотрим, что тут есть. Так, тут какие-то вещички, походу, как у Гейба. Типа прям с доты сундуки. Ну ладно, это нам не очень интересно. Так, да как у Кэри Смерт. Эксклюзивный. Что это такое, ну? 999 рублей. Господи, помилуй. Да тут же одна годнота. Так, давайте посмотрим, что здесь плохого. Чего нам не надо, потому что нам почти все из этого как бы, ну, в плюс. Так, нам не надо вейлхук, нам не нужен вот этот вот мусор. И наверное, вот эти вот шорты. И, может быть, войтхаммер. Все остальное, в принципе, если выпадает, то это просто годнота. Так, давайте. Это, конечно, лють. Лють сейчас будет, лють. Декахук! Таймбрейкер! Таймбрейкер! Да ну нахрен! Таймбрейкер! Так, ребята, давайте, короче, разыгрываем этот таймбрейкер, ставим Лукас, оставляем комментарий, и через неделю у меня на канале будут итоги этого таймбрейкера. Блин, ну это, конечно, круто. Так, главное не нажать продать. Так, забираем.
Ну, ребят, нормально. В принципе, сундук стоит косарь, шмотка стоит 1200, а на площадке, мне кажется, она еще дороже стоит, там, может быть, полторушку даже. Так что пока что все хорошо. Так, ну это что такое? Не, я зря сюда зашел, давайте куда-нибудь в другое место пойдем. Мне оно не нравится. Мы там пока только сливали. А вот пуджик это хорошо. Так. Ну, давайте, что-нибудь хорошее. Нет, это полная херня. Ребята, это пол... Стой, 105... Не, согласен, нормально, хорошо. За 105 пойдет. Так, давайте еще, может, топ-дота кейс. Выпадет, может быть, что-нибудь замечательное с него. А то ничего замечательного нам не выпадало. Так. Я бы на арканку согласился! Нет, блин, я думал Dark Artiaga. Так, сейчас я прочитаю это. Ребят, готовьтесь. Dark Artistry Hair, да. Она стоит 700 рублей, это я точно помню, это волосня. Но, как бы, да. Похоже на макароны, мне нравится. Dark Artistry. Да, 9 рублей, спасибо. Ладно, топ-дота кейс. Пока что-то нам не везет в тебе. Так, давайте, может быть, вардец какой-нибудь. Бич-пакет, кстати. Давайте посмотрим, что за бич-пакет. Что-то у нас для бичей есть. Если у меня, допустим, всего лишь десятка, я захожу, да? У меня тут есть какой-то вард, какая-то, какие-то имморталки непонятные. Вот это, кстати, штука хотя бы полтос стоит. Ну, давайте посмотрим. Ну, по-моему, это все практически мусор. Я вот не знаю, что здесь вообще хорошее может упасть. Так, курьер какой-то, ну и сколько он стоит? Выглядит прикольно, но она стоит 3 рубля. Ну, кстати, да, если вы не особо-то на цены опираетесь, то можете заходить, открывать, по 3 рубля лутать. Так, случайный иммортал, поехали. ДК-хук, пожалуйста, больше ничего не надо, мне все равно, все что угодно пусть идет мимо, главное, чтобы выпал ДК-хук. Это не ДК-хук, чуваки, что это за херня? 101 рубль, господи. Эта штука у меня еще была, блин, на третьем инте в 2013 году. Так. Кстати, есть фри кейс. Я уже принял в нем участие. Просто так нажимаем. Мне пишут, что я уже принял участие. Тут розыгрыш идет каждые там 2 или 3 часа, не знаю. Так, ну давайте рандом мистикал. Рандом мистикал — это всегда хорошо. И я надеюсь, что тут выпадет вот этот долбанный крюк на пуджика. Он мне прям нравится. Блин, ну хотя бы догон уже упал, что это за херня, 70 рублей, так, окей, ладно, продаем. Я думаю, я вот прямо сейчас хочу уже эксклюзивно еще один открыть, потому что прошлое открытие мне понравилось. Так, догончик, господи, ну что ж такое. Так, ладно, не отчаиваемся, идем опять открывать пуджа. Тут много кейсов, кстати, я открываю все время одни и те же, потому что, ну, мне нафиг не нужна фантомка там, не хочу за ней играть. Поэтому и не особо мне нужны эти вещи. Мотайся с собакой. Нет, 46 рублей. Ну ладно, окей. Так, давайте что-нибудь новое откроем, чтобы одно и то же не было. Случайный курьер, кстати. Ну давайте курьера. Сейчас Капитан Бамбу по-любому выпадет. Он, мне кажется, стоит вообще рубль. Потому что он в игре в этой уже с самого ее основания. Нет, к сожалению, от Сасича. Так, ладно, еще разочек. Главное, чтоб не Капитан Бамбу, пожалуйста. Кстати, вот на вот этой штуке я бы погонял. Прикольная тема. Выглядит как какой-то шар надувной. А вот это вот, конечно, да. Ну, спасибо. Это вы на что намекаете, скотина? Это типа подарок с Новым годом, год петуха? Ну, ладно, хорошо. Так. Опять у них, видимо, какое-то обновление инвентаря. Так, ДК-хук или смерть, это что такое? Ну, нормально. Мне кажется, шанс выбить ДК-хук из этого сундука, он, блин, настолько маленький, что просто ну его нахер. Поэтому я пока не буду, я не настолько богатый. Так, баг какой-то. Ну, давайте вот эту херню откроем. Давайте откроем. Мы, по-моему, ни разу бронзовый не открывали. Может быть, что-нибудь подвезет мне хорошее. Ой, какая красота, ой, о, 6 рублей, да, хочу, конечно, давайте еще один. Ой, боже, что-то пока что мне не нравится, вот мы пару раз плюсанули так хорошо, а вот в последнее время прям вообще лажик какая-то идет. Ну что это, ну сколько, 30 рублей, да, 31, да, ясно, да, успешно, прям максимально успешно. Так, давайте еще сильвер кейсов, короче, откроем парочку, да будем закругляться, потому что уже, походу, мы свою удачу на сегодня исчерпали. Надо было останавливаться на таймбрейкере, когда мы в плюс ушли в хороший. Так, Молтон... А, нет,
знаю, что вот этот вот на Акса, вот эта вот херня, она стоит точно хотя бы 300 рублей или даже 400. Но нет, мне выпала какая-то бяка. Ну, блин, я вот сейчас уже просто бабки сливаю, потому что, мне кажется, надо сваливать. Надо сваливать, потому что, ну, выиграли мы уже то, что надо. Зачем еще играть? Так, 194, хорошо, в плюс ушли. Мне бы, в принципе, вот Battle Fury и больше ничего не надо в этой жизни. Ребят, давайте договоримся. Отдаем Battle Fury и все, и нахер идите. Так, господи, что... Ну, кстати, да. 134, не так плохо. Так, еще раз, еще одна попытка Battle Fury получить. Сейчас, если на 999 хотя бы накапает, то откроем модный кейс. Да, накапало, ну просто замечательно, 903 рубля, ну что это такое? Ладно, давайте последний какой-нибудь открываем, да сваливаем отсюда, потому что что-то мне не везет. Ну, Алькор, не подведи, давай, ну, давай. Алькор, ну что ж ты творишь, собак? Ладно, 93 рубля, нормально. Так, ребят, это, в общем, был сайт testydrop.ru. Если хотите, можете зайти пооткрывать что-нибудь тут, хотя бы бесплатный кейс, в розыгрыш поучаствовать, ну потому что, блин, халява, это она и в Африке халява. Вот, плюс участвуйте в розыгрыше таймбрейкера. Таймбрейкер-то на сколько там, на, господи, 1200 он, по-моему, стоит. Так, давайте мы его хотя бы выведем. Так, выведем таймбрейкер. Так, таймбрейкер. Выводим, ожидается отправка оффера. Так, а это что за херня? Стабдота кейс. Я что-то не помню, когда она выпадала. Блин, ну нормально. 404 рубля. Блин, ну неплохо. Давайте продадим. Так мы это еще в большем плюсе получается. Так, сколько у нас? 1200. Блин, нормально. Так, в общем, участвуйте в розыгрыше таймбрейкера. Участвуйте в розыгрыше там, на сайте Tasty Drop, если хотите. У меня там на стенке есть репост. Можете прямо оттуда бахнуть. Вот, ну и все. Всем до скорых встреч, всем удачи. Еще, конечно же, можете открывать мои кейсы. Да, тут чуть хорошее падает. И можете еще вводить промокод, который есть в описании, на плюс 10% к балансу. Ну и все, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, скоро будут новые ролики.